Всем привет! С каждым днем мир ММА пополняется все новыми бойцами, среди которых в последнее время все больше и больше становится кавказских бойцов. Так сегодня представляю вашему вниманию пятерку лучших бойцов Кавказа. Ну а перед началом, мой дорогой друг, если ты являешься настоящим любителем ММА, то пожалуйста, подпишись на мой канал. Спасибо тебе большое. Пятую строчку нашего топа занимает Али Багаутдинов. Али родился 10 июня 1985 году. Али является бывшим бойцом UFC. Свой путь в ММА начал в 2009 году, а 4 сентября 2013 года дебютировал в UFC в поединке против Маркоса Винициуса, которого нокаутировал в третьем раунде. На данный момент Али имеет статистику из 14 побед и 6 поражений. Также Багаутдинов является чемпионом России по греко-римской борьбе и пятикратным чемпионом России по боевому самбо и двукратным чемпионом мира. На четвертом месте расположился Майрбек Тайсумов. Майрбек родился 8 августа 1988 году. В 2002 году переехал в Австрию и до 2007 года занимался футболом. Затем начал тренировки по джиу-джитсу. Тогда же начал выступать в соревнованиях по смешанным единоборствам. В UFC дебютировал 4 января 2014 года и провел 6 боев в этой организации, из которых 5 выиграл. На данный момент имеет статистику из 25 побед и 5 поражений. Третье место. Адуан Амагов. Адуан родился 30 октября 1986 года в Грозном. Адуан является самым первым чеченцем, который попал в UFC. Первый бой по ММА провел в 2007 году. В 2011 году подписал контракт с Зуфа, которая является владельцем Strikeforce. В декабре 2013 года Амагов официально объявил о завершении своей спортивной карьеры по религиозным мотивам, но в 2016 году вернулся в ММА. На турнире Лига S70 в Сочи рычагом локтя победил бразильца Трилея Броунструпа. На данный момент Адуан имеет статистику из 14 побед и 2 поражений и 1 ничью. Второе место. Зубайра Тухугов. Зубайра родился 15 января 1991 году в деревне Центрой. Интерес к боям у Зубайры появился еще с детства. До 15 лет Зубайра занимался борьбой, затем, переехав в Москву, начал заниматься самбо и рукопашным боем. Тухугов дебютировал в профессиональном ММА в 2010 году. В декабре 2013 года Зубайра дебютировал в UFC в поединке против Дугласа Сильва де Андраде. Зубайра провел доминирующее выступление и победил решением судей. На данный момент Зубайра имеет статистику из 18 побед и 4 поражений. И на первом месте, как многие из вас догадались, Хабиб Нурмагомедов. Но тут и рассказывать нечего. Про Хабиба был снят фильм, повествующий о жизни нашего чемпиона. Хотя у Хабиба пока еще нет чемпионского пояса UFC, мы все же знаем, что он является истинным, настоящим чемпионом. А такой статистики, как у Хабиба, нет ни у одного бойца ММА. 24 боя и 24 победы. Хабиб красавчик. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если тебе, брат, нравятся мои ролики про ММА, то, пожалуйста, подпишись на мой канал. Спасибо большое. Всем удачи. Пока.